«Синий трактор» представляет! Привет, ребята! Сегодня я приехал на фестиваль «Мультимир». Здесь столько классных игр и развлечений! Поехали скорее! Сколько тут малышей! И кажется, им весело! Я тоже хочу немного повеселиться! Вы только посмотрите, какая крутая горка! И шарики! Давайте с нее прокатимся! Раз! Два! Три! У-ху! Это было весело! Поехали дальше! Так, кажется, здесь какая-то интересная головоломка. Попробуем ее разгадать. Оранжевую шестеренку надо положить на оранжевый круг. Желтую шестеренку на желтый кружок. Зеленую шестеренку положим на зеленый круг. Так, ну и последнюю синюю шестеренку мы положим на синий кружок. А теперь можно покрутить их, и свершится чудо! О, как здорово! Класс! Смотрите, сзади какой-то трубопровод. Ребята кидают туда шарики, и они скатываются вниз. Пойдемте посмотрим. Как здорово! Весело как! Какая классная игра! Оу! Ай! Ой, ой! Кажется, я доигрался. Поедем дальше. Смотрите, сколько народу! И все во что-то играют. Кажется, сзади меня ребята во что-то играют. А пойдемте посмотрим. Ух ты! Что это у них там происходит? Какие-то машинки. А что они с ними будут делать? Ой! Ха-ха! Если попасть машинке по бамперу, то она подпрыгнет и превратится в трансформера. Поедем дальше, посмотрим. О, а здесь какие-то штуки крутятся. О, какие интересные. Ух ты, прыгает. А может и мне попробовать сыграть? Да, это, конечно, очень интересные игры. Но я хочу посмотреть другие игры. Поехали за мной. Как все тут интересно. Мне тоже хочется поиграть на этой площадке! И опа! Это мои друзья! Вы их узнаете? Это Angry Birds! Посмотрите! Сзади меня целая куча деталей конструктора! Поехали играть! Вот это да! Я никогда не видел такой кучи деталей для конструктора! Давайте строить гараж! Я привез небольшую кучку кирпичей, поэтому давайте строить! Фундамент готов! Осталось построить стены. Давайте продолжим строить наш гараж. Ну вот и все. Задняя стена готова. Давайте строить боковые. Стены готовы. Осталось построить только...
только крышу. Крыша готова. Ставим ее на место. Смотрите, какой гараж у нас получился. Что-то устал я. Поеду отдохну немного. Пока, ребята! Малыш, давай смотреть дальше! Нажимай скорее на эти картинки! Малыш, чего же ты ждешь? Нажимай!